Физкульт-привет! В болгарском городе Варна донская каратистка провела 3 поединка, в которых не позволила соперницам усомниться в своем мастерстве. В финальной схватке Елизавета Кривошлыкова одолела спортсменку из Румынии. В эфире программы «Спорт на Дону» новоиспеченная победительница первенства Европы поделилась с нами своими впечатлениями от этой яркой победы. Когда ты вот уже последний бой выигран, ты вроде как понимаешь, что все, уже дальше боев не будет, ты чемпионка Европы, но до конца ты этого осознать не можешь, потому что, наверное, ну, большая радость, такой высокий уровень, очень рада была. Теперь у Елизаветы впереди подготовка к мировому первенству. От боевых видов спорта к игровым. Футбольный Ростов, проводящий в эти дни предсезонный сбор в Австрии, сыграл очередной контрольный матч. Соперник – чемпион Словакии Тренчин. Желто-синие первыми пропустили гол на 13-й минуте, но на последней минуте матча точный удар Саида Эззаталахи свел поединок к ничейному результату. Победила дружба 1-1. На австрийском сборе у дружины Курбана Бердыева запланировано еще 3 контрольных матча. 10 июля наша команда сразится с 10-кратным чемпионом Австрии клубом «Адмира Вакер». 14-го желто-синим будет противостоять бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Чехии «Либерецкий Слован». А соперник во встрече 18 июля станет известен позже. На сегодня у меня все. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы!